В этом году исполняется 95 лет известному роману одного из самых ярких русских писателей-фантастов Александра Романовича Беляева «Человек-амфибия», который стал визитной карточкой писателя на многие годы. Эта книга является любимой для многих людей, а ее герои стали кумирами для нескольких поколений мальчишек и девчонок. «Человек-амфибия» – одно из наиболее популярных произведений Александра Беляева не только в нашей стране, но и за рубежом. Именно этой книге, наряду с головой профессора Доуля, дал высокую оценку английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. «Человек-амфибия» – роман о молодом человеке, которому искусные руки ученого-хирурга дали возможность жить не только на земле, но и под водой. Что же произойдет, если человек получит возможность жить и на суше, и под водой? Принесет ли это ему счастье или обречет на мучения? Перед ихтиандром, человеком-амфибией, стоит жестокая необходимость выбирать покой и свобода в океане или любовь, сопряженная со множеством опасностей на земле. В романе сочетаются научность, занимательность и юмор. Это произведение не только об удивительном ихтиандре, которого молва окрестила морским дьяволом, но и о предательстве и дружбе, о ненависти и любви. Первые главы романа появились в январском номере московского журнала «Вокруг света» в 1928 году, а последние – в 13 номере того же года. Вообще, мотивы про морской народ и водоплавающих людей можно найти в фольклоре разных народов, к примеру, итальянская сказка «Кола рыба». Рассказанная известным фантастом история является своего рода переделкой двух более ранних вариантов. Толчком к написанию «Человека-амфибии» послужили для Александра Беляева, с одной стороны, воспоминания о прочитанном в Ялте во время болезни романе французского писателя-фантаста Жана де ля Ира «Иктанер и Маизетта», оригинальное его название «Человек, который может жить в воде», а с другой, как вспоминала вдова писателя Маргарита Константиновна Беляева, газетная заметка о состоявшемся в Буэнос-Айресе судебном процессе над неким доктором, производившим святотатственные эксперименты над животными и людьми. Это еще одно свидетельство стремления Беляева в своих научно-фантастических произведениях отталкиваться от фактов реальной жизни. Многие фантастические романы со временем перестают быть актуальными, но «Человек-амфибия» не из таких. Залогом такого неизменного успеха у читателей на протяжении многих десятилетий являются темы гуманизма, алчности и, конечно же, любви, о которых так мастерски написал Александр Беляев в своем блистательном фантастическом романе. Идут годы и десятилетия, но увлекательная, трогательная история юного ихтиандра, который в результате дерзкого эксперимента профессора Сальватора обрел способность жить и на земле, и в воде. Рассказ о его опасных приключениях в мире людей и его любви к красавице Гутиэре по-прежнему захватывает своей живостью и эмоциональностью. Александр Романович Беляев любил рассказывать знакомым истории о дальнейших приключениях своего героя, но писать продолжение романа не собирался, считая историю вполне завершенной. А блистательная экранизация романа в 1961 году только поспособствовала его дальнейшей популярности. Напоследок посмотрите видеоклип на песню «Эй, моряк» из данного кинофильма. Нам бы всем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном мы трезвы или пьяны, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал.
якоря сниматься, по местам стоять. Эй, на румбе, румбе, румбе так держать. Дьяволу морскому свезем бочонок рому, ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал.